День семьи, любви и верности в областном правительстве наградили финалистов и победителей ежегодной акции «Роди патриотов. День России». Уникальный проект не имеет аналогов не только в России, но и за рубежом. В общей сложности 12 июня 2020 года на свет появилось 44 ребенка, из них 24 мальчика и 20 девочек, в том числе одна двойня. Сегодня мы подводим итоги акции 15-й юбилейной акции «Роди патриотов. День России». Это уникальная акция только Ульяновской области. И уже 15 лет на территории нашего региона 12 июня в День России рождаются малыши, которые, конечно же, радуют нас своей жизненной позицией, потому что они уже родились в особенный день, и они, конечно, для нас особенные. Многие семьи-участники акции прошлых лет традиционно приходят на торжества по случаю празднования Дня семьи, любви и верности. В семье Храмовых родилась дочь Виктория в 2015 году. Тогда семья стала победителем акции, а сегодня они все вместе поздравляют с победой участников нынешнего года – семью Алексея и Вероники Потаповых. Они стали обладателями нового автомобиля «УАЗ-Патриот». Потаповы – богатейшие люди, потому что в их семье растет 6 мальчишек, настоящих мужчин и продолжателей рода. Глава семейства искренне рад победе в акции. Эмоции переполняют, просто невозможно. И еще, тем более, красочность такая. Музыка, машина, барабаны, это вообще просто... Вы рады? Мы очень рады, это прям машина нам вообще поможет. Спасибо огромное, да, за эту акцию Сергею Ивановичу. Это просто нету пределов приятных эмоций. Сертификатом на улучшение жилищных условий награждена семья Верхеевых. Родители также воспитывают 6 детей, трое из них родились 12 июня. Мы очень довольны на самом деле и очень благодарны. То, что есть такая акция, она проводится только в Ульяновской области, это здорово. Такого нет нигде. И это семью не только сплощает, но еще как-то, как сказать, подстегивает для того, чтобы подбадривать, для того, чтобы возможность была увеличивать детей, то есть чтобы их было побольше. Напомню, областная акция «Роди патриотов. День России» была запущена в 2005 году. С тех пор уже 15 счастливых семей стали обладателями автомобиля «УАЗ-Патриот». Другие семьи смогли улучшить свои жилищные условия, а также финалисты каждого года получили ценные подарки. Антон Никонов, Владимир Куликов, Новости Улправда ТВ.